порядок описания участка реки. И что я выяснил? Я посмотрел, у вас у всех есть доступ к предыдущему нашему вебинару, который называется «Азы русловедения», который был непосредственно перед началом нашего вот этих курсов. Точнее, непосредственно, он был там за 2 недели до этого, до очных курсов. И вот там, на «Азах русловедения», у нас был не просто эта тема описания участка реки, а даже было 3 дня посвящены этому. Потому что связались с азами русловедения. На азах русловедения мы собирались рассматривать отдельно долину, пойму, русло, берега, дно, гряды. И вот это все по порядку мы там рассматривали, коллеги. Так это и есть описание участка реки. Вот. Но все равно придется сегодня это делать нам, потому что кто-то не был на азах русловедения. Вот, кто-то там забыл, кто-то чего-то еще, поэтому сегодня все равно делаем это. А я вам вышлю, если не забуду, потому что вот я обещал вам выслать ссылки на записи Александра, и не выслал. Коллеги, поэтому короткое письмо было, поэтому я постараюсь сегодня вам выслать длинное письмо, в котором дам полезные ссылки на разные. Вот, так, здравствуйте, Евгений, ура, спасибо. Так, предыдущее задание у нас было, соберите много карт, коллеги. Вот, соберите много карт и пришлите мне. Пока просто много карт. Но с сегодняшнего дня, в связи с тем, что мы с вами пробежимся по порядку описания участка реки, сегодня уже следующий шажочек. Доброе утро, Олег. Ура, ура, ура. Будет уже посложнее. Это надо попытаться хоть как-то просто описать свой участок. Возможно, вначале даже формально, коллеги. Поэтому сегодня 2 варианта. Сегодня первый вариант для тех, кто не любит алгоритм, для тех, кто любит фантазию, для тех, кому нужна цель, а потом вы говорите, ой, да я сам приду к цели, мне просто надо понять цель. Коллеги, цель – это роль следователя. Цель – это вообще просто понять, что было на участке реки, что есть, и, соответственно, оттуда потом домыслить, что будет. И всегда отвечаем на одни и те же вопросы, что было, что сейчас, где была река, где может быть река. Где намывает, где размывает. Вообще, вот это все, это один и тот же вопрос. Это вопрос, вот что было с рекой, что сейчас с ней. И какие признаки есть размывов на будущее. Вот и все. Коллеги, это для тех, кому нужно вот просто вот кучей понять, для кого алгоритмы не... Кто не любит алгоритмы, коллеги. Вот, пожалуйста. Теперь следующее, это для тех, все остальное, что сегодня будет, для тех, кто любит алгоритмы. Коллеги, там у нас будет несколько шагов, мы пойдем как раз последовательно, коллеги, и там на каждом шаге мы будем задавать себе эти же вопросы. Где река была, где она сейчас, где она может быть, где моет, где мыло, где может мыть. Вот и все. А алгоритм этот заключается в том, что мы идем по порядку, по, так сказать, системным уровням, или просто сверху вниз по иерархии, или просто от большого к маленькому. То есть просто мы смотрим сначала в телескоп, потом в фотоаппарат, а потом и в микроскоп. И последовательно так вот. Вот. И вот сейчас я вот это расскажу по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И посмотрим, как дальше. Потому что я сюда же, в эту презентацию в сегодняшнюю, оставил те куски, которые вы... показывал вам вчера, те, которые вы прислали, и те, которые вчера мы с вами посмотрели просто, что вот смотрите, такие-то участки есть. И там мы смотрели вчера под, на эти присланные материалы ваши по участкам водотоков, по другим соусам. Мы смотрели просто, что о, действительно нормальная река, действительно вот с ней поработаем. Действительно, по ней действительно есть хоть какие-то исходные данные. Вот и все. Сейчас мы, я... будем смотреть под другим соусом, что о, так теперь мы с этих исходных данных что-то можем понять по этой реке. И, соответственно, будем идти по этому алгоритму. Этот алгоритм часто нарушается. Когда? Когда мы там видим что-то особое. И вот я опять же вспоминаю, для тех, кто был на Азах русловедения, коллеги, кто был там, но это было уже где-то 3-4 недели назад, на Азах русловедения, там как раз у нас было целых 3 дня посвящено вот этому, вот этой теме. Но сейчас все равно ее надо нам
отметиться на ней, все равно надо прочувствовать, для тех, кто не был на Захарусловедении, для тех, кто пропустил, для тех, кто забыл и все такое, да и вообще, чтобы остаться вот в нашей общей, так сказать, стезе, поэтому сегодня все равно это тоже надо. И там три дня было, там как раз так и было, там тоже мы сначала пробежали, ну, не знаю, как сегодня успеем, если успеем только первую часть, то значит первую часть, если успеем две, то значит две. Первая часть — это формально идем по этому списку, сначала формально, второе — мы применяем этот список, этот алгоритм, вот эта последовательность банальная, простая, до невозможности, мы применяем к вашим участкам. Коллеги, поехали первую часть, значит, долина. В долине вообще-то все, что нам нужно, коллеги, вот про долину можно много чего говорить, да, много что